Смотрите, для меня было бы очень удобно, если вам отдать трошку. После, смотрите, дайте я скажу. Показать, что там дали за смотрите, это. Трошку я вам даю сразу в руках. Да. Я с вами лечу деньги, у меня с вами вместе. Мы сидимся, я вам еще трошку. Без всяких проблем. Чтобы садимся просто... в смысле вертолет? Из вертолета у винограда садимся, я вам еще трошку. Ну, я так не могу, потому что у меня... Полная предоплата. Ну, ничего страшного. Ну, как, да. Все, хорошо. У тебя посчитано это, Витя? Да, посчитано. Дай ему, чтобы два раза не считать. Чтобы он нет, тут больше. Он полюбал. Нет, ну, если больше, то да. Ля-ля, Ну, а ты вор, та вел окей, расширяй, ты не сал. Да, ты лет, у два, два, два. 3-4. Смотрите, что, давайте. У нас дорога оплачена. Вместе с этого, с Киева, едем в село под Виноградово. Сегодня оттуда едем до вашего места, как до Бедоеремчи. Да, если задержек не будет, если задержек не будет. Там я договорился. Там все, где-то в районе где-то 20 минут или полчаса все. Мы задержимся на фотографии. Фотографии. Вот это все, вот понимаете. Все. Можете сзади присесть. Когда вакилы? Что я на мотора дают, ребят? Но со мечтали ням лабоура, кета нас алла делес, как и ило, и граслес, со ски куча мега мари боури, каде ви краслес. Я спал у нас, ура, та вас спал.